А здесь, чтобы покушать? Поставка. Так, смотрите, показывайте. Так. Вот такой красивый агат. Агат. Это ваше здоровье? Хороший, ну-ка. Вот ну-ка. Такой красивый. Ух, еб... А что вы здесь? Я куплю. Короче, наткнулся на какую-то Оливию. Хотя... Мне кажется, она может научить меня английскому. Мне кажется, она может только английскому. Спасибо. Хозяева в Сербии? Бон аппетит. Я прям хочу учить на английском. Мне кажется, вы это два разных слова, окей? Фан, это значит приятный, окей? То есть вы получаете какое-то наслаждение, когда вы, например, идете на фан party, окей? Окей. Я прям хочу учить английский начать, ребят. Резко. Научи английский. Окей. 36, там, наверное, номер есть. А почему мне положили... Почему мне положили 3 кусочка мяса? А, 4, а, 5. 6 кусочков мяса? Мало. Надо вот это затащить. Тёплый. Холодненький был бы, еба. Ну всё, типа. Хорошо. Поймал. Вышел у нас. Жазбул! Хуйня, Red Bull, хуйня! Могут ли у Ани быть друзья парня, а у тебя друзья девушки? У Ани друзей парней быть не может, у меня может. У меня, да, друзья девушки могут. Я объясню почему. Друг парень всегда хочет засадить девочки. А если у тебя друг девушка, она тебе не может захотеть засадить, понял? Это все. Могут быть, у Ани не могут быть друзья парня. И точка. Поплачьте в ТикТоке. Абьюзер, абьюзер. Алло, выпускайте, брат наш! Выпускайте! Судья паскуда, чтоб она сгорела! И что, нормальная игра? Нормальная игра? Ты такой тупой. Ты просто... Ну? Жалкий. Мне кажется, у этой игры нет будущего. Я вам отвечаю. Это нет игры, нет будущего. Есть две игры, которые так и останутся раз и навсегда этими играми, ну, которые ничего не изменится, лучшие игры не появятся. Эти игры будут до конца, это Dota и CS. Все, остальные все это ебаный шлак. Что? Файр! Ой-ой-ой, с повидлом делаешь, шавчанчик такой наймал. Он сейчас разбивает это. У меня бомба горит. Фортнайт хуйня. Он сейчас взорвется прям прифайером. 4, 3, 2, 1, 52, 22. Да что там, не так? Ну давай, назад. Ну FIFA это такая, одна из, ну... Ублюдок. Попылесосить? Use vacuum cleaner. А куда я ушла? Это что, Sims? За... Нет, за... Это что, игра? Конечно, это все. Это новый снюс? Охуенно охуенный. А, ну да, здесь мы не пропылесосили же еще обязательно. Здоровья, браво, всем детям здоровья. Хватит! Посмотри как-нибудь на стриме мультик Тарзан, то именно такой мультик, бури... а не фильм. Серега. Охуенно, ебать, как она как GTA-шка сделана, пиздец, охуенно. Стоп. Или это не снюс? Снюс 5 это? Лента? Серега! Амибу! Машина! Не, у меня там еще не ломался. Серега. Ask them to marry you. А, Инзой. Инзой называется. Что я сейчас сделала? Просто... Макс Ардуке. Ольга, учись! Ну, да, вот так вот это все просто. Бля, прикинь, я только сейчас понял, ебать, Оля с Десаутом встречается, прикинь. Я думаю, они расстались уже давно. Я просто приехал с пачками денег на съемную хату. Общаюсь с деньгами. Ты просил фиты с пацанами.
Если что, познакомьтесь, это человек, против которого мы будем лодки на прокачку делать. Так, хотел бы фит с Морфи. Ну, пускай Морфи еще вырастает в подписчиках, потому что Морфи, она недостаточно сильна в аудитории. Ну, она еще не миллионник в плане аудитории, поэтому... Бля, вот мне интересно, я миллионник? А у меня спросят, хотела бы я... Хабиба, но манго мэкдал! Что такое Хабиба? Хабиб, но манго мэкдал! Так это... дорогой... Хабиб, ну... Удачного снима и приятного аппетита. Как относишься к ситуации о задержании Павла Дурова? Блядь. Вот он шарит за тренды, мой брат. Ой-ой-ой, на кондициях делаешь. Ребята, запомните. Просто, ребята, просто запомните. Запомните самую главную базу. Я не наелся. Самую главную, самую лучшую базу на планете, которую только вы сможете запомнить. Запоминаете? Запомните, а то забудете. Перед вами один человек. Это тоталитарный кровавый диктатор. Спасибо за такие движухи, старший брат. Что? Который против свободы слова и кидает всех в тюрьму за их позицию. Это Макрон. А другой это Владимир Владимирович Путин. Молодец. Не надо путать. Не надо, друзья, путать. Куда идти? Су! Сука, умер, прикинь. Пусть спит. Ты же сказал, что он не спит. Спит, Павел. Он не спит. Какой тупой. Да. Ты что, да, брат? Ну, блядь, зайди над головой, дома. Чисто, блядь, вверх с этим колонии. Блин, я не наелся. А можно еще одну булочку покушать? Или уже перебор будет? Перебор даже. Терпеть надо. Все правильно. Дед Надя. Сейчас вот это отнесу, хорошо? Один секундомерчик. Какие интересные, но как ты сыграл, реально. Ты это сделал? Упа, попался, Нефор. А как я это сделал, Вань? Я перевернусь всю колоду одним ударом. Шайтан. Иду там. Плюс диска, где? Тихо. Бля, можно пойти себе карбон купить на машину за эти деньги. Йоу, дабл, шучу, ладно, Спасибо. Самое главное, брат. Здоровья и любви. Бля, Сэму 26 лет уже. Я его помню еще маленьким турбином. 21 было, представляешь? Эх, время летит. Бомба, брат. С днем рождения, Шма. Шма, это знаешь, что хотел? Говорит, я, говорит, Сэму облицо дарки сделаю. Да давай, делай, жопа есть? Нет. Я попробую. Пацаны пишут. Ну? Нет, не надо. Ебать вкусный, брат. Бомбонерка Рафаэлла. Дэн, кстати, тебе сколько лет? Я клянусь, я в людях хорошо разбираюсь. Я если кого-то хуй сошу, чтобы он стал человеком, значит, это, она, я его говорю, он тупой. Какой? Видишь, смотри, что здесь сделал. Торт, на день рождения у человека. Куда? Как через каждое слово маму ебал, говорит. Ну что за вас? Ну что это такое, блядь? Скажите мне. А? Торт разъебал.
Здоровья всем деткам. Пусть все будут здоровы. Привет из Смоленска. Хорошего стрима до конца. Спасибо, брат. Серьезно, зато мы уже выехали, ты в курсе? Кто выехал? Бобры на плотину оттащили, не удивляйся. Буду бобрихой. Да какой бобрихой, ты там бревном лежать будешь? Бобрих! Бобриха размечталась! Нет, здесь сегодня малые голые бегали. Нет, сейчас. Нет, тут девчонки бегали лет 18-20. Голенькие? Бегали. Они в шортиках. Реально? Волнительно. Не, будут стоять четверо. О, нихуя футбол. Это будет на трое. Ебать площадка уебанская. Спасибо. На жопах. Олег, готов, сейчас наверх. А мы еще заработаем. Все правильно, брат. Все правильно, спасибо. Хорошо. Я давно не бил. Ну главное, чтобы не на геп, да? Здоровье, дети. О! Ну, Макс, все было хорошо, кроме последнего. Ладя. Здорово, Мага. Там Олег. Макс, а, еще. Макс, что-то Макс что-то умеет, да, Руслан, спасибо. Остав. Макс умеет, да? Макс умеет? Нет. На кондициях. На. Осуждаю. Подсъемочка профессиональная. Я знаю, что из фриков нормально всех футбол играет. Это у нас Эвилон, Ренат. Ты кто футболом занимался? Я не занимался, но я так плюс-минус что-то умею. Так, дворовой футбол. Да, я снял этот позор. Ренат? Ренат умеет в футбол играть. Реально. Он просто такой лениво играет, но он умеет. Салам алейкум, брат. Удачи тебе по жизни и всего самого наилучшего. Ренат... Ренат в фриках, да. Ой-ой-ой! Сын, блин! Все, встаньте. Лицо уберите только, и все. На. Ой. Нормально, нормально. Бля, вот сюда вот как-то я вот пытался понять, как вот стримить в футбол, чтобы интересно было на Твиче. То, что люди со стороны снимают, это как будто бы не то, не? Реально. Миг-тай. Вы видели, какую тачку себе Марго Камоли взял? X6M Performance. Всего 250 в мире. Она хуя. Вот зачем, Марк? Для чего она тебе? Тебя все равно девочки любить не будут, потому что они будут любить меня, Марк. Отдай мне ее, Марк. Кофе. Я какой стыд, что мы делаем? Это что, маска? А, нет. Сейчас в своей жизни не так. Нет, это тебе надо просто сказать уверенно. Так, скажи. Ненавижу, когда девушки красятся, бледный макияж, блядь. Ненавижу, блядь. О, хочешь пиво? Здорово, попьем пиво со мной? Лали, лалипоп. Бери в глаза, смотри. А, можно на меня смотреть, пожалуйста? Ну, пожалуйста, ну вот. Бери в глаза. Когда ты вечерний макияж такой, такой легкий или легкий такой аккуратненький макияж, типа полунатуральное, вот охуенно. Вот милфи умеют. Давай ты. Давай. Можно материться, извините. Давай ты ему скажи. А, пойдем пить пиво. Ты что, у тебя зубы пересохли? Так, да ладно, давай. Предлагаю тебе шептуна въебать и ждать ее реакцию носом. Не шептуна, давай, раз, два, три. Я клянусь, вот сижу и реально это сейчас происходит? Лапуля по кайфу, это первый подарок наших отношений. Ну ты такой забавный человек. В ТикТоке она такая смешнее, в жизни что-то вообще хуйня. Заебало уже грубее, слушай. Говорит мне, в мысли вслух. А почему на твоем рисунке? Что сигарету мне об руку потушит. Интересно, что между нашими отношениями произошло? Мысли вслух, ну пошел ты на. Короче. Мысли вслух, что, можешь мне ее закадрить? Я сижу. Знаешь, как можно сделать? Иди качайся. Знаешь, смотри, как можно сделать по-крутому. Спасибо большое, Брифас. Никого не трогать. Покажи, он бьет женщин и детей. Ты бьешь... Спрашиваю тебя. Здорово. Как специалиста в следующем амбиция вопросе. Скажи, нормально ли, что я девственник 24-го года? Как ты с этим справляешься? Я
Здравствуй, Равшан. Меня зовут Вадим, я занимаюсь бодибилдингом. У тебя явные отклонения. Это ты просто сейчас от себя сказал? Давай. Да. Когда они в Ростов приехали, да, типа? Ты что делал? Не, брат. Ты что? Не. Его надо научить. Знаете, куда его надо? Надо, блядь, в натуре сходить, блядь. Мы на Гавайях. Не, просто в армию. О, казинаки. Ой, какие казинаки. Нихуя он. О, казинаки. Ой. А я думал, это З, прикинь. Какие казинаки. О, блядь, какие казинаки. Как это называется? Фроза сдегла Войл и Робс поехал. Не, вот на самом деле, вот я вам отвечаю, вот я реально считаю, Леха очень хорошее чувство юмора. Реально, у него очень хорошее чувство юмора у него. Просто хуяк. Дайм. Мне нравится. И мотивации. Короче, давайте просто потрахаемся и все. Да ёбаный рот! Это что, со стороны так выглядело? Бля. Ай, давай, ой, блядь. Это так и было, блядь. Это так и было, на. Со всей ебутся, блядь. А нам не во что обуться, W. Пиздят они, заебали вы все пиздец. Говорите прямо, блядь. Что вы ебетесь, а не душевую кабину чините. Странная валюта. Вот он, кстати, будет против нас в лодках. А что это за игра, Как делать, так делать. Слушай, нас на связи. Я предложил ваше дело отказаться. Давай, не уставай, заебал бы. Равшан, Гардашин, ай-ай, Мишка. Все, ну ты стой теперь. Ассаламу алейкум, отказал. Да, а у меня вопрос. Объясните мне, они реально, им реально F10M-ку обмен? Это реально или это какая-то постанова? Хорошо, а почему они на себя ее не переоформили? Они договор делали купли-продажи? На ней запрет вроде. На ней штраф на 200к. Угу. Просто станем. Уй, бля. Угу. Ё-моё, сори, сейчас. Да вроде нормально, чист. А, блядь. Спасибо за оценку. Каждый день занимаюсь. Красавчик, Вадим. Антика. Антика. Что? Бам. Как вы всех обоссали? Да все, иди нахуй, Cold Mirror им. Да. Да я не захожу, стакан упал. Каюк, это просто пи***ц, что за происходит? Просто знаете, что я думаю, бля, будет какой облом, прикинь, для всех пацанов, которые, ну тоже сейчас, Дима, вообще же все повторяют с обменами. Какой облом будет, и пиздец, если это окажется, что это, ну типа, постанова, понял? Мне интересно, реально, вот честно, искренне интересно, постанова это или нет. Ну ты крутая, конечно. Потому что я вам так скажу, не буду выебаться, ну реально. Я вышел на Патрике и чисто благодаря своей медийке обменял на кошелек за 50 тысяч рублей. Дошел до кошелька, 50 тысяч рублей. Если бы у меня не было никакой медийки, я бы хуй что обменял. Мне бы никто никогда ничего не дал бы.
Никогда. Вот я про что. Пацан потом в Инстаграме мне написал, который мне кошелек дал. Типа, брат, типа, мол, я на стрим попал, мне тут все пишут, что я тебе кошелек дал. Ау, понял? Какая тема была? Вот, то есть, вот так работает. Я, блядь, я тебя врываюсь, ловлю. Сори, сори. Ну, он вроде не разбился, да? А кредиты... Блядь! Зию, спасибо за 1000. My sorry. Спасибо. Красавица. Абульфаз, мужчина! Ой. Короче, чат, в общем, депортируют меня. Как бы стрим с таким горящим названием. Это не байт, чтобы вы зашли. Реально? И прислали всем своим друзьям. Это чистая правда. Мы сейчас через полицейский участок и все, и в аэропорт отправляются. Я тоже попрошу только что. Спел. Это позиция. Вот это? SOS. Шоу. SOS. Нам нужна помощь здесь, она пиздец. Салам алейкум, Татарстан. Все, брат. На телефон. Одну хотя бы маленькую. Русский, брат? Да. Подожди, что? Владя ответил. Одну хотя бы маленькую. Русский, брат? Да. Все правило. Большое личное человеческое уважение к старший брат. Давай, брат. Здорово, родной, молодец. Да ладно. Именно вот, именно вот. Давай, хорошего, полет. Закат. Очки идеально подходят. Тут рост лучшая медиа-команда! Пошел на сюда, блин! Здесь сейчас вот. Попробуй, Киш. Тебе вот в зеленую. В зеленую? Он, кстати, в очках у него как черная, это же говорит. Тебе в зеленую. Зеленую, брат. Вроде бы. Но лишними кожи нет. 120-й регион города. Города? Черная пойдет. Так он в очках не поймет реально. А, нет. Слышишь? Сейчас просто черный закрыт. Я хочу, чтобы его арестовали, понял? За количество подмигиваний? Да. Значит, он мутится, понял? По нему уже поняли, походу. Спасибо, Кирилл. Пизды уже, а. Пусть обойдет, это не очередь. Не просто стоят. Здорово, брат, спасибо. Сейчас еще там будет макать, смотри, в этом пиксе. Сейчас три шага сделает и будет раз, махать, смотри. Два, три, возвращается. Детишка, за, вон, спасибо, брат, тебе за настроение, смотри, которое даешь. Да, я в нее вижу, вот сюда пришел опять, просто смотри. И поздоровался. Смотри, вот еще. Вот, спасибо, брат. Сейчас вернется, раз, меньше, два, чем три, вот. А мы сейчас понятно будет, уходит или нет? Завоз. Делай вид, что уходим, делай вид, что уходим. Раз, два, три. Я вспомнил, брат. Хорошо. Спасибо тебе за то, что делаешь. Ты очень душевный и правильный человек. Спасибо за настроение и позитив. Спасибо за все. Спасибо, брат. Охуенно читаю. Ау, давай, ну! Что ты выбрал? Бутер со спермой своего лучшего друга? Так. Или бутер с гнойным... Мне кажется... Иди нахуй, давай сначала писать научись, запятые ставь, блядь, придурок, а потом же вопросы задавай. Почему у Лёхи борода растет лучше, чем у меня? Я не понимаю. Вакационные. Теперь чё? А чё, можно еще дольше начинать? Кристиан Вагнер, вперед на. Комиссар сидит, если что. Она будет подглядывать. Кто пердит? Что? У меня почему-то опять свет. Ой-ой-ой, Наташа. Ай-яй-яй, на каких кондициях, Наташа? Виталий, спасибо большое. Наташа, кондиции поймала. Работаю. Нереально. Наташа! 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 Наташа!
А что было? Я моргнула. Максимально секси блэк. Кто? Коря! Коря, на тебе вся игра, я тебе говорю. Наташа, пожалуйста, дай доскажу. Бля, как? На Твиче разврат. Я запрещаю смотреть стрим Твич. Только мужчин смотрите. Наташа! Кто против игрока под номером 10? Поднимите руку. Коря, на тебе вся игра! Три! Боже, ты взяла и зарубила! Просто я игроков большинство у нас. Кемерово, привет! Наташа, хотите проигрывать? Лерон, бля, Лерон, я клянусь. Я не могу это развидеть. Я каждый раз, когда твой ник вижу, вижу тебя, сидящий на кровати, красном вот этом. Бля, я просто не могу. Извини, просто извини. Я не могу это развидеть. Вот просто не могу. Вот каждый раз. Ну красиво, конечно красиво. Пиздец, как красиво. Просто нашу игру сейчас! Наташа, я тебе всем доводы давала! Зачем? И побеждает мафия. Карина, мафия! Ребята, а вы можете... Наташа, 1-1 с Гази, за Якази. Коля, все, и все, то есть, я говорю, мне нравится, говорит Коля. Но при этом я... Но было близко, было близко. Ну, Янсуха, как мне с тобой играть, если я тебе пытаюсь что-то спросить? Все, не играй со мной! Я думаю, Глеба позвать. И Крис Уэйв. А ну... Интересно, согласиться? Клипы, которые ты скипнул. Лера думала, может тебя на мафию попробовать позвать. Маля, что он ответит? Попробуй. Что-то нет. Нихуя. Что происходит? Да, Ирон, да ты? Сейчас пойдем в ТикТок и посмотрим. Лучший, просто лучший. Респект, уважуха, ребят. Батарейка нужна. Дай, бать, у меня живот, пиздец, надо похудеть. Ну ты, я волосатый. Спасибо, брат, за то, что делаешь. Спасибо вам, спасибо вам за донат каждому пацану, за рубль даже за доначенный вам, души, брат. Зеленые висят, они тоже там висят, там вообще пиздец. Че, на улице видно что-нибудь? Андрозин. Кстати, сколько уже у Yellow? Сколько Yellow у Строга? Ой, бля! Хорошо, хорошо. За 500. Батин долго будет тапаться. Фейк забрался. Еще шорт. Откуда? Шорт. Шорт, а Ваня откуда? Ходит. Я шорт. Лагу. Лага. Пас. Минус 150 за 3 дня. Смотрите. Тайминг. Спасибо тебе большое, бро. Для вам, ТП, на этих простах. Потерешь вам. Да, блядь, я просто, сука. Блядь, я сейчас взорву тут все, нахуй. Ой, блядь. Ебать. Я сейчас тоже буду в КС играть, братцы, W. Вы так на меня одним глазом не смотрите, я ёбарь в КС-ку. Добавил, добавил, детишка. Удрот с команды Никора, Антон команда Мишин.
По встречке ебан. Бро, ты чё, ебанат вообще нахуй? Даш, когда Евротур? Нихуя, охуел. Только русский тур у меня будет, российский тур. Охуеть просто. Всего тебе хорошего, шмарю лучше. Я тебе клянусь сейчас, охуел. Тут есть что, односторонняя сюда и односторонняя туда. Вон его дорога. Даш, когда Африка тур? Дим, спасибо! Спасибо, брат. Не, я бы хотел бы, быть невидимым. Я бы творил чудеса, нахуй, вам клянусь. Просто я, кстати... Я трусы снял с кого-то, нахуй, бежал. Я задумался о том, что... Я бы в рот знаменитостям давал. О, она такая говорит, такая типа. Спасибо. На еще летать надо. Тот их нахуй не отправляй, брат. Хорошо. Подождите, стойте. Что за подарок? Быстро. Фу, блядь. Руки пожали всем. А что такое? Зеленский. Брат, в другую сторону. Сань, нахуй. Ты знаешь, что в эту игру играть именно так? Сколько вас? Хорошо. Ковш, спасибо, ковш. Дай назад. Отличный вариант. Не, надо было, чтобы Саня разбил просто. Не, Саня, успокойся. Я должен попасть. Как задонатить? Ради чего? Кнопку нажми, донат пей. Да я ебал. Сань, вырезай это. Спасибо. Сань, сейчас будет. Дай мне. Попал. Хорошо. Сань, почему так сложно? Так, смотри. Спасибо, хорошо. Знаете... Сань, нет, все, последний раз. Сань, когда ты катаешь... Делай так, чтобы у тебя кик к центру, и потом размах, и хуя. К центру, назад, к центру. И так же, бам. Вот фу, и дабл. Вот смотри, кстати, сразу. Я что-то закатил. Тебя так, времен. Я все это время... Все. Бать футбол. Нормально! Пошел футбол пожилой. На этого перчат. Ой-ой-ой! Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.